Хорошо, у нас какая-то очень однообразная пати получилась на орде. У нас 3 ДК, Анкас, Бладина и Рунвейд. И 2 мага, Хитрый и Леха Ворот. Хитрый у нас первый раз участвует. А на альянсе у нас Рога, Изифаза, Раймани, Монг, Шейкан, Прист, Экзодарин, Маг и Элуна Риэль, Демон Хантер. Пати орды состоит из 2 всего классов. 3 ДК и 2 Фаер Мага. А у альянса Прист, Маг, Монг, Рога и ДХ. Все классы разные. Окей, давайте посмотрим. ДК сейчас не слишком сильный в дуэлях и все-таки понерфил ослабление исцеления, понерфило. Но увидим. Итак, я вижу, что Рога Изифаза будет против ДК Рунвейда. Пошел open. Кидней, дестагат. Уходит немножко Рога за столбы. Вдогонку снежок кидается Рунвейдом. Рога лосает за столбом. Сап по Рунвейду. Отдается передача Рунвейдом. Под зеленью наш рыцарь смерти тринкуется стан. Лосается Рога, грипп, дестрайки, залетают дестрайки. Отдает поглощение, этот смертельный союз нажимает Рунвейд, очень сильно проседает, просто погибает внезапно от... Разбойник Изифаза, кстати, заметил уже, что Изифаза как-то жесткий, короче, Изифаза. Я его раньше никогда не видел на турнирах, но он что-то очень неплох. Он уже сегодня не играл, и он реально неплох. Фаермаг Хитрый против разбойника Изифаза. Фаермаг против Мути Роги. У Роги есть кош, но нету ваниша. Пошел open. Блинкуется стан. Рога тут же делает эшес к магу. Камбуз нажимает маг. Рог сразу уходит за столбы. Сразу же уходит за столбы. Нихуя ты остроумный, Крамзар, да, блять? Я сейчас тебя обратно нахуй забаню. Как-то меня бесит это, блять. Просто сижу нахуй. Я сейчас просто сразу же забаню. Че ж ты бесишь так меня? Это БФА, конечно, это БФА. Актуал. Лосает Изифаза Хитрого. Сап получает маг. Тринкует сап. Блайнд. Ну и конечно же. Конечно же блайнд. Пошел open. Драгон Бриз по Изифазе. Нова также по разбойнику. Мало хп уже у нашего мага. Уже нет никаких кадешек. Погибает Хитрый. Изифаза уже 2 убил. Кто будет следующий? Следующий будет Бладина. Номер 2 Бладина против Роги Изифаза. Сап по Бладине. Рога пока что не торопится делать оупен. Уходит за столб. Сап еще один. ДК успевает нажать фулы. Оупен от разбойника. Асфиксия по Роге. Также кидней уже короткий по Владине. Рога сразу пытается уйти за столбы. Грип обратно под пытов, под ауе, под дэмэдж. Неудачно отдалась зона. Вот эта вот дамажащая ДКшная прям на столб она закинулась. У Владины уже пол столба, всего лишь пол столба хп. Кидней короткий по Владине. Владина нажимает передачу. Готовится себя хилить. Но
лосает разбойник, просто лосает. Плотина была под, был под айсбаундом и под передачей, и все это время ничего не смог сделать. Ничего не смог сделать за это время. Короткий кидней. Асфиксия отдается по изи-фазе. Хилиса перед... Нет, съедает пэта Бладина. Юзает смертельный союз. Но мало хп, все равно у нашего ДК мало хп. Совсем мало хп, он никак его себе не поднимет. То есть он просто умирает от дот. Анкас. Рыцарь смерти Анкас меняет Бладину. В поединке с изи-фазой. Пытается догнать фуловый киднэй, получает Анкас. Он орк, поэтому киднэй не очень короткий, не очень длинный, но тем не менее фуловый. Для орка это фуловый. Лосает изи-фаза, пэты держат рогу в комбате, пэты поддамагивают разбойника. У нас только 2% демпинга, демпинг только-только начался. Анкас уже лишился половины столба просто без участия разбойника. Тринкуется асфиксия, Анкас нажимает передачу, нажимает личборн и передачу пытается себя поднять. Рога отбегает от ДК, прокает щиток. Грип к себе делает Анкас. Блайнд тринкуется, просто тринкуется блайнд. У Роги уже мало хп, у Анкаса тоже мало хп, он получает фуловую, фуловый киднэй, но у Роги совсем нет, совсем-совсем нет хп. Рога пытается лосить, ему это удается, даже нет, в инвиз, из инвиза выбил, и Анкас погибает от дот. Очень сильно дамажит доты изи фазы, очень сильно. Следующий будет маг Леха Гор, если сейчас Леха Гор не убьет изи фазу, то изи фаза сделает минус 5. Просто сделает минус 5 тогда. Да, пока что в инвизе находится разбойник, будет регенить себе хп, будет подхиливать себя тигелем. Девять процентов демпинг. Не начинает бой разбойник, оно и понятно. В смысле, монг добил. Там не дота доили, там монг добил. Кто добил-то? Кастуется грейтер Лехи Гором, Лехой Гором. Залетает грейтер по изи-фазе. Киднэй блинкуется. Изи-фаза уходит за столбы. У него нет коша, он только что использовал кош. Уходит и осторожничает, продолжает осторожничать. Наш разбойник. Стан по магу. Нову получает и туда кастуется ров. Маг дает разбойнику ров. Сейчас будет грейтер. Сейчас будет кастить грейтер наш маг. Кастуется грейтер. Под камбустом сейчас Леха Гор. Под камбустом. Блайнд по Лехе Гору, уходит изи фаза за столбы. Сейчас изи фаза бьется за то, чтобы сделать минус 5. Ест Леха Гор. 20% демпинг. Сап по Лехе Гору. Еще один сап. Пошел опен. Кидни блинкуется. Накидывает на себя темплару Леха Гор. Примерно равное количество хп у обоих участников. И совсем-совсем прокает прижигание. Все-таки прокает прижигание Леха Гора. 23% демпинг. Ну, изи-фаза тоже большие проблемы. Он уходит за столб. Но не чувствует, вряд ли чувствует себя в безопасности. Ров под себя стелит Леха Гор и ест оттуда. Ест из рова, изи-фаза пошел сапать. Сап по Лехе Гору. Ров закончился, 25% демпинг. Пошел опен.
Блок, сразу же блок, говорит Леха Гор. Вышел из блока ДБ, у Роги откатился кош. Нажимается кош разбойником. Прессует под кошем, пытается добить Леху Гора. Кош закончился, Нова по изи фазе. И кастуется Грейтер Эшес Кик. Темплару нажимает маг. Темплара поднимает немножко обратно ХП. ДБ, метеор, все. Изи фаза делает минус 5. Я вот еще, я на первой еще игре заметил, что он что-то неплохо, похоже. Он у нас сегодня участвует в первый раз. И вот он сегодня уже несколько игр сыграл. Вот на, он во всех так как, очень неплохо играл. Очень много дамажил. И неудивительно, что он сделал. Неудивительно.